В Рязанском медицинском университете Татьянин день отмечали по-настоящему весело, активно и задорно. Ведь День российского студенчества традиционно совпадает с окончанием сессии и началом каникул. В начале факультетских состязаний поздравил будущих медиков ректор медуниверситета Роман Калинин. Россия всегда была сильна, гордилась своей молодежью, своими студентами. Сейчас это вы. Я очень рад за вас. Я поздравляю вас с этим. Бодрости духа, здоровья вам, оптимизма, хороших оценок. Именно вы, именно те, кто делает наш университет сильным, кто делает сильным нашу Россию. С праздником вас! Татьянин день в медуниверситете получился спортивным праздником. Погода на выходных выдалась морозной, а потому соревнования между командами различных факультетов помогли разогреться даже самым уставшим от учебы студентам-медикам. Ну, я думаю, что для ребят окончание сессии – это самый важный момент, который вот в январе, они ждут сентября. Сегодня действительно день, который мы празднуем традиционно, все вместе на территории медицинского городка. И так как мы в здоровый образ жизни, мы это пропагандируем, мы в этом направлении постоянно работаем, мы, безусловно, без спортивных мероприятий не обойдемся. И это туристические элементы. У нас работает Турхуб Телес, как вы знаете, недавно у нее был юбилей очередной. Это будет и постановка палатки, будут упражнения на координацию, ловкость. Это тот же самый дартс, на меткость и точность. Врач должен быть точным абсолютно. Состязались ребята в перетягивании каната, играли в дартс и кегли на льду хоккейной коробки. Завершился спортивный праздник общим чаепитием с вкусными и горячими блинами. А после укрепления физических сил девушки Татьяны провели спринтерский забег. А завершили Татьянин день студенты медуниверситета сожжением чучела сессии и с радостью отправились отдыхать на зимние каникулы.